уже залили бетон, почти завершили монтаж спортивных МАФов. В микрорайоне Мостовая рядом с хоккейным кортом строят еще одну площадку для дворового спорта. Новый объект – детище городского проекта «100 спортивных площадок». Очень замечательно, что проект реализуется совместно и с, как сказать, с администрацией города Ульяновска, с депутатским корпусом, ну, конечно же, с ТОСами. И надеемся, что на следующий год эта такая же программа продолжится в ТОСах непосредственно Ульяновской области. Еще 72 площадки параллельно строятся на 61 адресе. Каждый из объектов для дворового спорта включает в себя резиновое покрытие, футбольные ворота, баскетбольные корзины, турники и брусья. По мере готовности за каждым уличным спортивным манежем закрепят своего тренера. У нас хороший дворовый тренер, как сказать, профессиональный хоккеист, который уже сформировал еще зимой хорошую команду, где берет не только мальчика, берет и девочек. И вот у нас в планах сделать хорошую хоккейную команду. Ну, не только хоккейную, и по другим видам тоже направления спорта. Тоже хотим, чтобы у нас в ТОСе Мостовой занимались профессионально. Жители сами выбирают, где установить площадку. Активное участие населения принимает в общественном контроле. Строить спорт-объекты планируют до конца июня. Сроки зависят от погоды и ситуации с пандемией. Рената Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.